Привет, ребята! Давайте сегодня поиграем, придумаем сами какую-нибудь поучительную историю. Однажды в небе над высокими-высокими горами появился самолет пассажирский. Вот самолет! Подождите, самолет у нас есть, а гор пока нет. Так давайте же их построим. Хе, из конструктора. Так, что же нам сделать нужно, чтобы у нас получились высокие горы? Наверное, много-много конструктора. Давайте соединим все-все детали. Что же у нас получится? Такая вот пирамидка. О, наверное, вот так будет красиво. Горы высокие, а значит, наверху должен быть снег. Давайте сделаем снег. Вот так. И будет у нас высоченная снежная вершина. Мы же совсем забыли про самолет. Ему же нужно приземлиться. На гору приземлиться он не может. На гору приземляется только вертолет. Поэтому построим с помощью вот такого вот скотча. Ведь взлетной полосы или просто дороги. Так. Облетаю гору. Вижу взлетную полосу. Иду на посадку. Внимание, опускаем трап. Из самолета появляются две сестренки. Старшая и младшая. Они прилетели отдыхать на горный курорт. Вот и отель недалеко, прямо от гор. Давайте посмотрим, что же они привезли с собой. Открываем багажник. Что это? Просто наши сестренки спортсменки. Одна любит кататься на велосипеде, другая на сноуборде и на лыжах. Так, вот они лыжи, а вот лыжные палки. Но самое главное, что сестренки постоянно спорят. Одна говорит, что лучше велосипед, а другая, что горные лыжи. И вот следующим утром одна из сестренок уже поехала на велосипеде по дорожке. Ну, а вторая сестра приготовилась скатываться с высокой горы. «Как же здорово передвигаться на лыжах», — сказала она. «Не то что колеса, которые нужно постоянно надувать». «Поехали!» И она оттолкнулась. Ну, гора была такая высокая, что она не заметила. Ах, кочку и... «Ай-яй-яй! По-моему, я повредила ногу, я не могу встать! Помогите скорее, помогите!» Но в ее кармане оказался мобильный телефон. И это очень хорошо. И хорошо, что она знала службу спасения. Номер службы спасения 112. Алло? И скоро помощь пришла. Точнее, скорая помощь приехала. Ой-ой-ой-ой-ой, спасибо, как быстро! А в это время ее сестра на велосипеде доехала до конца дороги. Дорога упиралась в гору. Поеду-ка я, попробую покататься с горы. Ой. Но скоро она поняла, что гора высокая, и ей самой не подняться. Она решила спуститься вниз, но было очень страшно. Она застряла на вершине горы. Хорошо, что у нее был телефон. И хорошо, что она помнила номер службы спасения 112. Она набрала этот номер и вызвала помощь. Как вы думаете, кто пришел на помощь? Конечно, не скорая помощь, она не поднимется в гору. Может быть, прилетел самолет, но у него внизу колесики, он не сможет приземлиться. Самолету ведь нужна взлетно-посадочная полоса. Поэтому очень скоро из-за горы появился спасательный вертолет. У него не было колес, у него был винт, а внизу были лыжи. Поэтому он приземлился спокойно, прямо на снежную поверхность. И скоро вертолет эвакуировал сестренку и улетел. И вот скоро наша скорая помощь на колесиках везла ту сестренку, которая вообще не любила колеса. А вертолетик летел и эвакуировал ту сестренку, которая совсем не любила лыжи. А ведь вертолет смог приземлиться на гору только потому, что у него были лыжи. Хорошо, что рядом была установлена камера. Она все сфотографировала. И потом, когда полиция увидела фотографии,
с ними, с этими девочками, провели беседу и сказали, как опасно кататься с незнакомых гор в одиночку. И еще наши сестренки поняли, что все важно в жизни. И лыжи, и колеса. А еще наши сестренки поняли, что очень важно жить мирно и никогда не ссориться. Ну и быть, конечно, внимательными. А то многие берут, например, телефон и фотографируются в горах. Это очень опасно. Ну вот, здорово поиграли. А какую интересную ситуацию придумали? А теперь самое интересное – уборка. Пока, еще увидимся.